Какой же мне взять для нее купальник? Этот, этот или этот? Мамочка, а что ты делаешь? Я собираю сумку, Нюша. Через несколько дней мы летим на море. О, на море? Вот это да! Вот будет здорово! Я знаю, что нужно взять! Подожди минутку! Вот наш новый наборчик для пляжа. Я буду с ним играть. Это, конечно же, очень интересная игрушка, Нюша. Здесь есть лопатка, воронка, а также два забавных пропеллера. Они начинают быстро крутиться, когда вода или песок попадает на них вот отсюда. Но, к сожалению, эту игрушку мы с собой взять не можем. Что? Почему? Ты видела, какая у нас маленькая сумка? Только с ней нас пропустят в самолет. Поэтому мы должны взять только самое необходимое. Да? Ну ладно, ради моря я на все согласна. Тогда что мы с собой возьмем? Обязательно купальник. Я думаю, возьмем этот. Он больше всего подходит тебе по размеру. Сразу запакуем его в нашу сумку. Еще нам понадобится пляжный коврик и пляжное полотенце. Коврик и полотенце. Смотри-ка, наша сумочка наполнилась наполовину. Можно взять еще чуть-чуть вещей. Обязательно возьмем сандалики, крем от солнца и солнечные очки. И это все? Почти что. Осталось запаковать только зубную пасту, зубную щетку и расческу. Готово! А как же игрушки? Неужели мы с собой ни одной не возьмем? Все нужные нам игрушки мы купим уже на пляже, Нюша. Представь, как будет здорово! Мы приедем на новое место и купим тебе новую игрушку. Да, такая идея мне очень нравится! Ребята, напишите нам в комментариях, что вы берете с собой, когда едете на море. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.